Приветствую всех на своем канале, подписчиков и гостей. Недавно на моем канале вышло 4 видео, где я делала такие объемные картинки. И сейчас я на эти картинки провожу акцию, то есть это такая благотворительная лотерея, где призом будет одна из картин. Условия участия в этой лотерее вы можете посмотреть в описании внизу под видео. Я оставлю ссылочки на Facebook и в Одноклассниках, где проводится эта такая вот благотворительная лотерея, акция. И вы сможете прочесть условия и участвовать. Так что поспешите, так как пока только идет первая благотворительная лотерея на одну из таких картин. Будет 4 таких лотерей. Естественно, в каждом будет разыгрываться одна из картин. Кто не видел, как создается такая картина, вы тоже можете посмотреть на моем канале. Ссылочки я также оставлю в описании внизу под этим видео. И вы сможете посмотреть, как и из чего создавалась такая прелестная, красивая картина. Теперь немного о каждой картине. Вот это была моя первая работа. Называется она «Ветка сакуры». Выполнена акриловыми красками. Для объема у меня послужил горячий клей, то есть термоклей. Он очень помогает хорошо мне в творчестве и стал просто прелестным помощником для создания таких вот объемных картин. Вот посмотрите, действительно видно веточки, цветочки, что они выпуклые, и картина такая красивая, объемная. Формат небольшой, 15 на 15 холст, на таком хорошем картоне, крепком, он не гнется. Можно такую картину оформить в рамочку, повесить, и она станет прекрасным элементом для декора в вашей квартире, в комнате, в доме. Или же сзади вы можете приклеить магнит и повесить на холодильник, либо туда, где магнитится поверхность, и будет очень тоже здорово смотреться, ну, например, на холодильнике, на какой-то из сторон, украшать его. Вот, это была моя первая работа. Вторая работа — перо павлина. Тоже сделано вот эти вот все из термоклея и покрыто акриловыми красками, которые имеют эффект металлика, то есть такой металлический цвет. Она вот так вот красиво переливается. Тоже холст 15 на 15. Очень такой вот твердый он. Он не гнется, не ломается. Третья картина. Это «Древо жизни» называется. Прекрасная картина. У меня есть картина «Абстракция древа жизни» на большом холсте на подрамнике. Это я сделала такую мини-копию на таком маленьком холсте. В таком вот стиле, в такой вот технике объемная картина. Тоже материалы термоклей, акриловые металлические краски. Вот такая она, видите, тоже очень красивая, оригинальная. «Древо жизни» вообще замечательная картина и имеет очень хорошую и позитивную смысловую нагрузку. Что обозначает древо жизни, полное его описание, обозначение, вы также можете найти на моем канале видео и посмотреть, как писалась картина «Абстракция древа жизни», и там я даю полное описание и значение древа жизни. И последняя картинка, которую сделала в этой же технике, это «Стрекоза». Тоже замечательная картина получилась, очень красиво. Здесь я уже добавляла новые краски, поверхность сверху я покрывала краской призма, то есть эффект призмы. И оно, когда при высыхании, имеет такой эффект стекла, и очень красиво переливается. Все картины покрыты защитным слоем лака. И уход за такой картиной очень простой. Берете слегка влажную тряпочку и протираете поверхность. Из картины ничего не случится.
почему я решила сделать такую акцию и для чего она проводится, вы также можете это прочесть в условиях участия в данной акции, в данной лотерее. Так что поспешите поучаствовать в такой лотерее. Она только началась. Сейчас на данном этапе разыгрывается эта картинка. Так что переходите по ссылочкам внизу, все читайте, смотрите и участвуйте. Я желаю каждому из вас победы. Также смотрите на моем канале другие видео. Я думаю, что многим будет интересно и полезно. И подписывайтесь на мой канал. Буду очень этому рада и благодарна вам. Ну что ж, до новых встреч. Пока-пока. Увидимся.